Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы поговорим о волшебных платьях, которые нам подарили мультфильмы и фильмы. Я подобрала для вас несколько примеров, которые вас вдохновят. Итак, поехали! Начнем мы, пожалуй, с моего самого любимого мультфильма. Это мультфильм Диснея «Спящая красавица». Думаю, что многие его видели и смотрели, когда маленькую принцессу три волшебницы забирают к себе для того, чтобы ее растить в глуши леса, и ее бы не нашла злая колдунья. На 16 лет они планируют ей сделать подарок и сшить платье, приготовить торт, ну и, соответственно, убраться в доме. Первая попытка создать платье оказалась не очень удачной. Они попытались сделать все руками, а они же волшебницы, и, соответственно, результаты их не очень-то и впечатлили. После чего, конечно же, они прибегают к волшебству. И здесь ткань начинает сама формироваться в великолепное шикарное платье, которое достойно настоящей принцессы. При этом заметьте, как четко все сделано с точки зрения швейных пропорций и того, как формируется платье. Конечно же, добавлено волшебство, но все равно вы можете увидеть, как все шьется, как ткань собирается в прелестное платье. При этом они очень долго не могли определиться, какого же оно будет цвета. Второй вариант – это «Золушка», тоже диснеевский мультфильм. И в нем мы видим, как команда очаровательных мышат и птичек шьет Золушке платье, в котором она может пойти на бал. Они переделывают старое платье девушки для того, чтобы ей было в чем отправиться, так как злая мачеха придумала ей много заданий, и времени на это у нее совершенно нет. Классная команда портных, которые все делают дружно, весело и с песней. Вы можете посмотреть, что результат у них получился действительно великолепный. Они меряют все в дюймах, четко отмеряют, сколько нужно кружева, как это делать. Смотрите, у мышки четкое измерение дюймовое. И делают воротничок, поднимают нити, режут, шьют. Великолепная командная работа, как в истинно маленьком мышином ателье. Все дружно работают для того, чтобы получилось волшебное платье для бала. Но мы с вами помним о том, что этому платью не судьба была прогуляться на бал. И оно стало не единственным платьем, которое волшебным образом создается в данном мультфильме. И со вторым уже помогут не друзья, а крестная фея. Когда Золушка в растрепанных чувствах плачет, к ней является ее мама, крестная, и предлагает ей экипировать ее на бал. Она снимает с нее метки, смотрит ее цвет глаз, и волшебным образом появляется платье. Конечно, не так зрелищно, как было с мышатами. Такой же эффект применили и в диснеевском фильме, который вышел не так давно, когда разорванное платье, которое не шили мышки, она шила сама себе, это платье ее мамы, волшебным образом перевоплощается и становится платьем мечты. При этом в оригинальном мультфильме оно было белым, а здесь оно становится голубым, но от этого не менее прекрасным и восторженным. И действительно, это платье, о котором мечтают многие девушки, платье истинной принцессы, с прекрасной широкой юбкой, блестящая. Оно все усыпано стразами, вокруг нее летают волшебные бабочки. Ну, чем не мечта? Еще одно платье, которое я решила отметить, это платье Эльзы, когда из простого платья оно становится истинным платьем королевы холода и льда. Оно просто великолепно. Эпизод достаточно короткий, но если вам интересно, рекомендую пересмотреть и этот мультик тоже. Это первая часть, а во второй части мы видим самое маленькое коротенькое вступление, когда у нее вырастают крылья, когда она поет волшебную песню. И еще один прикольный момент, который я нашла в мультиках, это Мишка из мультфильма «Маша и медведь», который шьет горе Маше постоянно наряды, потому что она пачкается. Заметьте, Мишка амбидекстер, он шьет правой и левой рукой. Если вам понравилось это видео и вас вдохновили эти платья, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите, какое из платьев вам понравилось больше всего. До скорых встреч! Пока-пока!